11 ноября 1902 года в уголовном отделении Самарского окружного суда было разобрано дело 17-летнего потомственного почетного гражданина Дмитрия Орлова, который обвинялся в грабеже и краже. Выслушав все обстоятельства дела, присяжные заседатели вынесли вердикт: да, виновен. А суд приговорил Орлова к 1 году и 3 месяцам тюрьмы без лишения его, как молодого человека, личных прав и преимуществ. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».